В воскресенье поселок Виноградный принимал футболистов Анапы. Команда из 8 спортивных школ муниципального образования боролись за кубок главы города-курорта. По итогам турнира он достался 10-й спортшколе. Второе место заняла школа номер 7, а бронзу получили ребята первой спортивной школы. Сегодня признают в городском управлении физкультуры и спорта, к футболу в Анапе отношения особые, тем более что наш город будет иметь непосредственное отношение к чемпионату мира 2018 года. Это первые у нас соревнования в этом году, весенние, так сказать. И мы стараемся, конечно, именно сейчас задача такая стоит из детско-спортивных школ формировать в дальнейшем спортсменов, которые будут у нас расти. Расти очень-то будет составлять команд, сборной команды города-курорта Анапа. У нас профилируется этот вид спорта в 4 школах. И это достаточно самый массовый вид спорта в городе у нас. И популяризация очень высокая, потому что в летнее время дворовые команды, многие ребята занимаются именно этим футболом, приходят и с удовольствием играют, участвуют в соревнованиях. И чем больше таких соревнований разного статуса будут проводиться у нас в городе, это будет не только являться популяризацией этого вида спорта, но и привлечением как можно больше девчонок, мальчишек. И сейчас ребята, они должны как можно больше как бы информированные, вовлекаться в эту программу, подготовку непосредственно к чемпионату мира. Мы будем проводить отдельное мероприятие, посвященное чемпионату мира, чтобы и население, и ребята, в общем-то, были проинформированы о том, как у нас ведется подготовка и какие команды будут у нас размещены на этот период времени подготовки к чемпионату мира.